Так как я сказала, я вообще-то с Молдовы, я прожила большинство своей жизни в Молдове, мой город это мой город Кишинев, и конечно же очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей, и я очень стараюсь в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хотеть не буду. Ще мои куминимы. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я не знаю, я привыкла здесь. Моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь и сделать, чтобы они переехали сюда, но пока еще как бы это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю.